Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Я Юлия Дмитриева, расскажу, что нас ждет за окном во вторник, 10 мая. По северным районам днем пасмурно и 2 градуса тепла. А еще будет идти небольшой снег. Ночью минус 6 градусов. На юге пасмурно и 8 градусов тепла. Порывы ветра до 10 метров в секунду. Ночью минус 3. В Улан-Удэ пасмурно, с небольшим дождем и порывами ветра до 11 метров в секунду. Днем до плюс 6, ночью минус 1 градус. Если в вашей жизни дуют ветра, пусть они будут ветрами хороших перемен.